Так. Итак, следующая песня у нас будет о мексиканских сериалах. Поехали! Жили два амиго, они купили битые девушек и ром. А вечером на банджо они играли лихо, да так что все в округе охали кругом. Была у тех амиго верная привычка, они друг другу делали тёнок и рекорд. Принёс примеру Пабло два ведра водички, а Петро всю водичку выплеснул во двор. Лежание под следующим кусоткой. В той же деревне жила прекрасная девушка Лючи. И вот парни подходят, кто первый добьется руки и сердце каждой. И вот вечером, взяв с собой банджо и цветы, они отправили. Вот наступает вечер, подходят они к дому. Толпа по окону Пабло, Педро у дверей. Задали они банджо, подтянули рому. Ударили пустунами каждый начал. Вдруг распахнули двери, и вместо Лючи пристал перед ними парень метра так по два. Да трепетали другие, ведя не спускали, а грозного Хуана их соседи носила. И вот Хуан, не говоря ни слова, приподнял обои над землей и зачвырнул их, как столовые. Что делать, Пабло? Пойдем домой! Подумали, да мы к этим бабам и стали дальше дружно жить.